Приветствую вас всех на своем канале Вязание с Татьяной. Рада заглянувшим на мой канал и рада, что вы остаетесь со мной. Данное видео – видеообзор по спицам. Спицы, которые мы очень долго ждали, это номер 3. Наконец-то они к нам ехали-ехали и доехали. В этот раз очень уж долго все это шло, но мы от этого не застрахованы никак, потому что тут повлиять я никак не могу на почту, которая доставляет данные товары, и на все контролирующие органы, через которые проходят данные посылки. Поэтому рада, наконец-то, что они дошли, и что я уже могу их показать вам, и вы скоро будете наслаждаться данными инструментами. Значит, первое то, что я достала из коробки, это вот такой набор спицы Зинги Knit Pro. Это один из самых лучших наборов, я не устаю об этом говорить, которые должны быть у каждой вязальщицы, у каждой рукодельницы. Если вы вяжете постоянно, вы просто обязаны иметь у себя в инструментарии вот такой набор. Набор состоит из 8 спиц. Я не буду доставать упаковку, потому что я уже их показываю неоднократно. Тут есть окно, да, оснащенный чехол с окошком прозрачным, и можно все это посмотреть. Значит, в наборе 8 пар спиц, 8 размеров. Начинаются они 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8. 8 пар спиц. Если мы его откроем, этот чехол, там есть отделение, где хранятся лески. В наборе еще идут в комплекте 4 лески на 60 сантиметров, на 80 сантиметров 2 штучки и на 101 лесочка. Я хочу сразу сказать, ответить на вопросы новичков, если вас интересует, где, как приобрести. Под этим видео будет ссылка на группу ВКонтакте. Заходите в нашу группу, в закрытую, присоединяйтесь к нам, и будем вместе с вами приобретать. Вот такие вот наборы. То есть, девочки, не жалейте для себя денег, да? То есть, если есть возможность приобрести, приобретайте. Не обязательно у меня, может быть, в своем регионе, в городе вы найдете эти спицы, и они очень, ну, упростят вам ваше хобби. Они алюминиевые, то есть к ним подходят любые лески. Вы можете приобретать разной длины в запас, что очень удобно. Это, естественно, спицы съемные. Так, тут у меня еще я достаю такие же наборы, но я их уже не буду показывать. 5 пока здесь. Дальше. Такие же наборы, да? Смотрите, в чем разница. Только эти наборы укороченных спиц. Зинги укороченные. 7 спиц. Начинаются они 3,5. Тут промежуточные номера. 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Вот таких 7 спиц. И они укороченные для тех, кто любит укороченные спицы. В комплекте лесочки тоже есть. 4 лески и 2 кабеля. Вот идентично стандартному набору зингов. Это то же самое, но только в укороченном варианте. Так, что еще здесь в таких же упаковках? Вот такие носочные спицы. Комплекты носочных спиц по своей длине они составляют 20 сантиметров. Если вы планируете покупать носочные зинги, они бывают 15 сантиметров, бывают 20 сантиметров, девочки. Вы обратите на это внимание, какие вам удобнее, на 15 сантиметрах вязать или на 20. Поэтому будьте внимательны, как говорится. Здесь у нас 6 наборов спиц, 6 размеров. 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. То есть все размеры, которые вам могут быть необходимы, они присутствуют в этом наборе. Также набор в чехле, на молнии, так же, как и зинги. Легко хранить, легко брать с собой в дорогу. Нигде они у вас не валяются, не теряются и так далее. То есть чехол – это вообще очень удобно для хранения. Дальше. Что у меня здесь дальше? Дальше здесь вот такие наборчики.
по 3 спицы набора. Это у меня карбоновый номер 3. Это кубики номер 4. И Royal деревяшечки, это люксовая серия номер 5. В комплекте 2 лески, ключики и заглушки. Такой набор. Следом идет за ним вот такой набор. Nova Metal спицы. Symphony Wood 5. И акриловый Trends, по-моему, 6. Эти Nova Metal 4, 5, 6. Также идут 2 лески, заглушки и ключики. Ну, они в чехле, в таком прозрачном. Тоже на кнопочке все чехол. Также они у вас нигде не валяются. И еще один наборчик вот такой. Так, я сейчас достаю, как я называю это, россыпь. Мы с вами посмотрим, что пришло по россыпи. Первое, то, что хочу показать, это, конечно же, крючок. Крючок, он достаточно длинный, не про. 30 сантиметров, номер 3. Вот тут такая штука у него, да? Ну и обычный крючок, номер 3. Дальше, лески. Лески также приобретаются отдельно, можно приобретать, если вам их мало. Можно это все заказывать. Лесочка 150 сантиметров, лесочка 100 сантиметров. Обращайте внимание на описание лески. Каждое фото есть описание. И будет у вас 150, и если вы накрутите еще спицу. В описании все написано подробно. Так, на 100 сантиметров лесочка. Еще 150 для длинных, да, кому нужны длинные. 80 сантиметров леска. 100, 100, 50, 50, 50. Ну, лесок всегда приходит достаточно много. 60 сантиметров, 100, 60 сантиметров, 50, 50, 50, 50, 50. Так, это все лесочки. Так, это идут наборы соединителей. Тут ключик и набор соединителей. Это для чего нужны наборы соединителей? Это если вам ваши лески мало, вы можете взять 2 лески и соединить их с помощью этого соединителя. И тем самым вы увеличите длину вашей лески. Дальше я достала следующий. Пучок, да, россыпи. Здесь что я схватила, как я называю. Ну, просто беру, достаю из коробки. Это съемные зинги. Укороченные, номер 3,75. Так, фокус не хочет никак ловиться. Почему-то вот так. 3,75. Дальше идут сами по себе маленькие укороченные спицы на лесочке 40. Зинги, леска 40 и номер 4. Так, Symphony Wood. Обычные, съемные, 3,75. Так, крючок номер 2. Это Nova Metal. Съемные 3,25. Не укороченные. Еще укороченные 3,75. Съемные зинги. Укороченные троечка. Укороченные Symphony Wood 3,5. Так, укороченные съемные троечка зинги. Ну, их всегда приходит по многу. Троечка зинги. Укороченная 6. Так, обычные съемные номер 3. Съемные номер 3 джинджер. Тоже новиночка от Knit Pro. Недавно она появилась у них. Номер 3 съемная. Вот под джинджер, по-моему, определенная своя лесочка. Она в коричневой у них. Так, съемные стандартные 3,5. Так, джинджер съемные троечка еще. Symphony Wood съемные 3,25. В
пленке все вот это и фокус теряется, вот блеск блестит. Так, дальше у нас идут вот эти вот спицы, я называю их прекрасным средством для вязания шапок и для вязания, ну, рукавов. Это Новометал, 50 сантиметров леска, номер 3,5, фиолетовая лесочка. Так, 53,5, вот еще. А, они укороченные, я не сказала. Эти укороченные, Новометал. Но к ним нужно, конечно, привыкать, к этим укороченным. Так, дальше. Так, тут уже пошли с леской. Басикс. Леска 80 сантиметров, номер 3,25. Это деревянные басиксы. Достаточно бюджетные спицы, деревяшечки на черной лесочке. Зинги. Леска 100, номер 3,5. Стандартные зинги. Дальше басиксы еще 83,25. Басикс опять 3,25. Что-то у меня их как-то много. Басикс опять 3,25. Так, это вот новинка тоже от Непро. Спицы Smart Sticks. А это несъемные. Лесочка какая, смотрите, необычного цвета, зеленого цвета. Ну, под тон спиц. 80 сантиметров, номер 2,5. С линеечкой они, да, эти спицы. Так, дальше. Джинджер. 83,25. То есть на леске джинджер идут. Укороченные зинги 40 леска и номер 4. Так, тут пошли зинги. Леска 100, 2,75. Леска 100, номер 3,25. Symphony Wood съемный 3,75. Басиксы опять номер 3, на леске 80. Номер 3,5 басикс на леске 80. Съемные номер 3 зинги, не укороченные. Опять басиксы 2,25 на леске 80. Nova Кубик. То есть лесочка у кубиков 80, номер, размер спицы 3,75. Кубики троечка, леска 80. И басикс, леска 80, номер 3,5. В этот раз прям, на удивление, очень много басиксов. Обычно их приходит меньше всегда. Так, дальше. Джинджер... Леска 82,5 номер. А вот здесь и лесочка под джинджер подходит, которая 100 сантиметров. Дальше здесь пришли тренд с акриловой спицы 3,5. Красненькие, съемные. Symphony Wood 4,5. Так, леска джинджер 40 сантиметров, 50 сантиметров, 40 сантиметров, 50 сантиметров, 100 сантиметров. Это лесочки для джинджеров. Значит, дальше спицы укороченные, зинги 40 леска, 3,5. Джинджер леска 80 сантиметров. 80 опять для джинджер. И лесочка уже на зинге 80 сантиметров. Вот эта леска фиолетовая, она подходит для Symphony Wood спиц. Вот я вяжу на такой леске. Дальше идут спицы зинги. Леска 100, номер 4,5. Так, здесь маркеры. Так, о, у нас тут красненькие в этот раз есть. Раз маркер, два маркер, три.
4-5 маркировочков красненьких, девочки. Потому что как-то они у них заканчиваются быстро. То есть мы не успеваем часто. Наборов больше нет. Тут уже осталась только такая вот мелочевка штучная. Так, лесочка 60. 150. Тренс акрил 3,75. Это съемные стандартные. Леска 80. Несколько ее штучек. Тренс опять четверка. Так, новый металл 50. Лесочка укороченная. 3,5 номер. Леска 100, леска 60, леска 120, леска 50. Спицы новый металл, номер 3, стандартные, не укороченные. Леска 80 сантиметров. Также новый металл, леска 80, номер 3, 25. 2,75, 3,5. Так, кубики деревянные. Вот, я к себе, по-моему, брала такие. А может быть, и не такие. Нет, мне кажется, я себе взяла на пробу. Номер 3, 80. Леска и номер 3. Деревянные кубики. Мне очень интересно было, как они будут в работе. Так, Symphony Wood на леске. На леска 100, номер 3,5. Кубики. Еще одни деревянные. Леска 80, номер 3. Symphony Wood съемный, номер 3. Новый металл, леска 60. Стандартная, 3,75 номер. Symphony Wood номер 4 съемные. Symphony Wood вообще классные спицы. Вообще я их люблю все больше и больше, эти спицы. Вообще обалденные. Так, крючок еще один, номер 4. Дальше здесь идут измерители спиц, шкала измерения спиц в таком сиреневом цвете, две штучки. Зинги 100 сантиметров, номер 2,25, стандартная. Кубики на леске 100, номер 3,5. Кубики 3,5. Так, зинги стандартные. Леска 80, номер 3,25. 100 сантиметров леска, 2,5 номер. Номер 2, 100 сантиметров. Укороченные зинги, 40 леска, номер 3,5. Новый металл, лесочка 100, номер 3,25. Такие промежуточные номера. Ну, ими удобно иногда бывает. Так, джинджер 80 леска, номер 2 спица, тонюсечки. Джинджер — это деревянные спицы, если вы не знаете. Так, и съемные спицы джинджер, стандартные, не укороченные, номер 4. Фокуса вообще сегодня нет. Ужасно. Так, это еще не все, тут еще что-то есть. Ой, какие маленькие. Symphony Wood укороченная, съемная, номер 3,5. Новый металл на леске 50. Мне кажется, у меня вот эти будут в наличии. Номер 3. Ну, несколько таких позиций должно быть в наличии. Я набирала что-то на наличие, я уже не помню. Так, съемные укороченные зинги номер 4. Набор носочных спиц 20 сантиметров, номер 3. Новый металл, леска 100, номер 3. Стандартные, не укороченные. Набор носочных спиц 20 сантиметров, номер 2. Новый металл 50 сантиметров, номер 3. Symphony Wood 80 сантиметров, номер 3.
Новометал 3,25, лесочка 50. Это не укороченная. Новометал 3,25, леска 50. Также не укороченная. Вот такие еще маркировочки пришли фиолетовые. Теперь укороченный новометал, леска 50, номер 3,25. И вот такие малыши, я им всегда, конечно же, удивляюсь, поражаюсь, да, как ими вяжут девочки. Это носочные Symphony Wood, деревянные, в комплекте 6 спиц, 10 сантиметров у них длина спицы, ну и номер 2,5. Смотрите, прям такие, как иголочки, как ими вязать, не представляю даже. Для хрупких рук, мне кажется. Так, вот и последнее я достаю из коробки. Что здесь есть? Так, значит, новый метал. Леска 50, 3,25. Новый метал укороченный, 50 сантиметров, номер 3. Джинджер стандартный, но съемный, 5,5. Новый метал укороченный, спицы, леска 50, номер 3,25. Так, укороченные зинги 4,5. Джинджер съемный 3,5. Новый метал, леска 50, 3,25. Две лесочки на 40 сантиметров. Носочные зинги 20 сантиметров, длина спицы 2,5, 2,75. О, и носочные 20 сантиметров, Symphony Wood 3,5. И прямые спицы, вот такие, номер 4, 25 сантиметров, нитро зинги. И еще 3 упаковочки маркирочков. Все. Все, девочки, я вам показала всю посылку, которая пришла. Это номер 3. Сейчас я иду разбирать все. Надолго не прощаюсь. 4-й уже к нам приближается. Он уже в России, он уже близко. Надеюсь, на этой неделе он будет у меня уже. Поэтому мы на этом не останавливаемся. 5-й собираем, набираем. Ну, в общем-то, приятного вам просмотра, приятного выбора. Всем легких петелек. Надолго я с вами не прощаюсь. И всем пока-пока.